Ну что, всем здорово. У нас 14 февраля сегодня, и мы, как истинные блогеры, готовим все заранее, то есть за две недели, то есть, ну, прогнозируем, делаем. Короче, ни хрена. Подорвались, решили все-таки запилить сегодняшнее видео. Будем контактировать с людьми. В прошлый раз, когда мы контактировали с людьми, я подходил к девушкам, и в комментариях писали, что у меня слишком такой своеобразный внешний вид, поэтому сегодня оделся настолько скромно, что, мне кажется, вообще никому не смогу подойти. Но это ладно. В общем, в честь 14 февраля будем раздавать девочкам сердечки. То есть я такой типа Амур, да? Сейчас купим стрелы. Я тебя грубо арканил, пройдя... Зайдем в самый романтический магазин мира. Купим там, ну, все подобающее. Не-не-не-не-не-не. Другой магаз. Там дальше. Вот он, самый романтический магазин мира. Девушки уже выходят из него. Че, кило хватит? Все, спасибо вам большое. Сейчас посмотрим, сколько женских сердец можно покорить, а я счастливить за 100 рублей. Так, ну что, подкрепляемся. Сейчас я вас научу, как прям экономить на подарках максимально. Хоть сегодня не 14 февраля, но к вечеру мы, наверное, выложим этот видос. Впереди 8 марта, Новый год, там вот эти все дни независимости, поэтому 100 рублей и прям 22 человека вы можете сделать немножечко счастливее. В общем, рассказываю как. Самое главное, весь основной секрет это вот в этих штуках. Меня все спрашивают, что это, из чего это, что лучше использовать. На самом деле это тряпки самогнуйки, они сами гнут. Сделаны они из чешуи на жопе дракона. Найти их довольно проблематично, но если найдете, то все гвозди ваши вообще будут гнуться прям как маслица. Собственно, что мы делаем? Гвоздь 200 мм, сгинаем его пополам. Цена шумная. Половина гвоздя ездит. Следующее, нужно правильно его взять. Беремся чуточку дальше от середины. Вот так. И вот этот конец нам нужно согнуть об большой палец. Естественно, все обезопашиваем. Чешую из жопы дракона, чтобы не повредить руки. Есть. И другая у нас часть точно так же. То есть мы берем, укладываем ее посередине и сгибаем об палец. Вуаля. Теплый, с пылу жару, Валентинка. 4,5 рубля за прекрасную открытку. Вера, сколько тебе валентинок подарили сегодня? 4. Ого! Ого-го, спасибо огромное. Я, ну, что с ней делать? Тоже, что и остальные 4 куда-нибудь клади. Можно пожать вам руку? Да, смотрю ваш канал, мне очень нравится. Ты ваш записал, поклонник. Записал? Конечно. Я книги потом отдам. Я родился в Москве в 70-м на краю города. Мочара, но ударила в голову. Прям по струнам души, да. Да, я буду стрелять вам в сердце. Сердцем. Сейчас, подождите, смотрите. Вот это мои стрелы. Подержите. Я уже боюсь. Не подержите. Настоящие? Да. У нас денег нету, поэтому мы вот так из положения выходим. Спасибо. Вот. Мы сделали королевишну немного счастливее. Фаерплей, парни. Да, стенка на стенку. Проходи, ноги. У них подковы, ну их валим, брат. Спасибо большое. Это не все. Все, теперь отдайте обратно, мы пойдем к следующей. Спасибо большое. Я ставлю это вам в сердце. Хорошо. Круто, спасибо. Короче, это мы, типа, социальная служба, которая занимается отловом несчастных девушек. Мы видим, что они грустят. Подходим, дарим сердечко, и они вообще готовы умереть просто. И, судя по лицам, не от радости. Короче, прилавок по производству валентинок. Я сейчас буду как бармен. Не уходите сейчас, подождите. Сколько вам подарили валентинок? Вообще, одну. Нет, это именно тот гвоздь просто был. Смотри, Держись. Вам на видео, да? У нас уже сегодня была одна королевишна, она от нас убегала, но мы ее догнали, все-таки дали сердце. Мы просто были не в том месте, короче, нужно было сразу сюда ехать. Здесь правильная королевишна. Спасибо. Федор, вам спасибо. Федор тоже славился своей силой. Вот, наконец. Сколько вам подарили валентинок за сегодня? 0. Значит, это судьба. Я вам подарю по валентинке. Да ладно, я угораю. Спасибо. Вам спасибо. Раша, презент. При.
Ора, ора. Буры-буры. Это что значит? Не знаю, я видел в аниме в Хентае. Вроде все было хорошо, когда так говорили. Горько, горько, горько. Мы свадебный подарок вам сделали. Ого. Вот это подарок будет. Вот это у вас сила. Это красава. Я прям как на YouTube к себе зашел. Спасибо. Как клюет. Я знаю, почему у вас не клюет. У вас неправильный крючок. Сейчас я вам сделаю хороший. Крючок, я могу и без крючка пустить и путь. Я сделаю вам крючок. Спасибо вам за уделенное время. Так, ну что, я на самом деле не могу точно сказать, удалось ли нам скрасть этот серый день. Но с королевичной пообнимался, с рыбаками пообщался, молодым сердце сделал, поэтому... Думаю, довольно-таки хорошо. С вами был Виктор Блуд. Подписывайтесь, не подписывайтесь, сами смотрите. Ну, может, еще сейчас пару сердец наклепаем.